Здравствуйте, товарищи! К главному параду на центральной улице Брянска почти все готово. Воинские части брянского гарнизона, пограничники, полицейские, сотрудники МЧС и представители других ведомств. 9 мая перед горожанами торжественным маршем пройдут более 600 человек. Я просто с первых тренировок хочу отметить такое, знаете, очень серьезное, очень такое, можно, наверное, уместно сказать, патриотичное настроение участников всех торжественного шествия, вот здесь стоящих в строю. Стараются люди до такой степени. Ну, видимо, понимание есть, что не для себя, не ради себя, чтобы пройти, а для того, чтобы еще раз поклониться ветеранам. Строевой шаг, поворот головы, соблюдение ритма и выправка. На репетиции всему уделяется внимание. После каждого прогона разбор ошибок и снова в строй. На параде поколений все должно быть идеально. Наравне со взрослыми участниками пройдут строем и кадеты. В числе лучших – воспитанники Клинцовской школы-интерната «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза Сергея Постевого. Готовиться к параду мы начали за месяц до первой репетиции. Репетиции у нас проходят в кадетском корпусе 3 раза в неделю. Когда мы идем на параде, для нас это гордость, потому что воевали наши деды, прадеды, наши бабушки. Мы чтим их память, помним о них, не забываем. До парада поколений осталось чуть больше недели. Это время участники потратят на подготовку. По традиции, за день до торжеств на площади Ленина пройдет главная репетиция. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров, события Брянск.